В Якутске до конца года из аварийного жилья переселят порядка 900 семей. В минувшую субботу глава города Айсен Николаев проверил ход работ по реконструкции дорожной сети столицы республики и строительства жилья. Так, например, на улице Ярославского уже уложен последний слой асфальтового покрытия. Идут работы по благоустройству улицы, строительству тротуаров, нанесение разметки и прочее. Также во время объездов Айсен Николаев осмотрел перекресток улиц Дзержинского и Кальвица. Там в скором времени начнется реконструкция перекрестка. Его увеличат. Это, в свою очередь, повысит интенсивность автомобильного потока и должно решить проблему образования автомобильных пробок на перекрестке. Кроме того, глава Якутска посетил готовящийся к вводу дом на улице Три Сосны. У нас на постоянном контроле находится ввод жилья для переселенцев из аварийного фонда. В эти дни у нас уже массово начинают сдаваться дома. И вот на улице Три Сосны по Вилюйскому тракту как раз такой дом уже сдан. Сейчас на следующей неделе после подписания всех соответствующих документов уже мы начнем уже заселять туда людей. Ну а торжественное открытие мы сделаем этого дома уже в начале октября. Причем это не единичный случай, еще раз говорю, у нас сейчас и в Сайсарах дом вводится, и на Воинской ДСК дом вводится. А в ноябре-декабре у нас будут вводиться дома в Портовском районе, по улице Лермонтова. До конца года мы планируем порядка 900 квартир как раз переселенцами из аварийного фонда в нашем городе выделить.